Здравствуйте. Добрый день. Это, я так понимаю, ваша рабочая ласточка. Да. Как правильно называется? Агрегат. По-разному. Ну. Вообще правильно называют ледоуборочный комбайн. Комбайн. А вы, получается, ледовар. Так вы чего варите-то? Варим лед. Ну, а вы-то как в профессию пришли? Как давно это было? Может, по специальности вообще психолог или, не знаю, юрист? Ну, вообще, по специальности тренер. Я больше 20 лет отработал детским тренером. По какому? Хоккей. Хоккей. По хоккею? Да, с детьми. В общем, со льдом занимался. Вы всю жизнь. Да. Как проходит ваш день? День обычно начинается с кружки чая, с мыслями на грядущий день. Вот и все. Вот, остальное, говорится, уже по накатанному идет. А можно подняться? Вы мне расскажете. Да ради бога, пожалуйста. В данный момент вот вы стоите, это утюг обычно, в простонародье называется. То, что там крутится ротор, это шнек называется. Первый раз катаюсь. А какая у нас скорость? Скорость? Ну, километров 10, не больше, может быть. Ну да, особо не разгонишься. И то порой бывает и меньше до 5 километров. Делаю заливку водичкой в тех местах, где непосредственно больше было вырезано, и где ямки, и где хоккеисты очень сильно нарезают. Хоккеисты, вот, наверное, безобразничают на льду, да? Нет, больше всех фигуристы. А вы любите свою профессию? Здесь обычно приходят и остаются люди, которые действительно это дело любят. Вот. И относятся к этому очень профессионально. Ну, вот. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Будьте аккуратней.